Талгат, узелок завязал он тебя. Коронку сделал, молодец. Мажидовский допинг, да? Да. Магомед, ты раньше других приехал, да? Ну, я всегда там. Первый вечер мы улетаем. А потом с акклиматизацией проблем не бывает? Никогда не было. У тебя лишний вес был, что ли, чуть больше? Не, у меня вот приехал, норма. А здесь поднялся? Не, здесь не поднялся. Нет, ровно 94. А, ты на 92 будешь бороться? 92, да. Решил вернуться все-таки? Я-то ему сын хотел Магомеду что-то дать. У него свои планы, да? У него свои планы, да. И снова 92 попробуем. Абакар, это правда, что тувинского ученика взял? Ты вот сейчас слухи идут. Ну, честно говоря, он пока еще думает. Так. А как зовут этого богатыря? Аслан. Монгуш. Сана. Сана. Знакомая фамилия, а ты с она не приходишь родственникам, Артасу? Артасу не приходишь родственникам? Одна фамилия с ага. Это ты новый ученик, получается, Абакара Мазгаджиева, да? Я прихожу, он пока еще думает. Ну, от такой предложения отказать тоже глупо будет. Ну, сейчас он подумает. Это что такое? Я могу угадать, кто у тебя времени мало, пока не уснешь. Покушать? Сейчас кушать разве можно? Завтра же взвешивание. Здесь позволяет, можно. Все нормально.